люблю заниматься плаванием. Я плаваю уже 2 года. У меня тренер Николай Михайлович. Я его очень люблю. Стефания уже опытная спортсменка по сравнению с большинством ребят, сдававших вместе с нею переводные экзамены. В ее активе несколько побед на городских соревнованиях. Для сдачи экзамена нужно уложиться в норматив. Перед 40 начинающих спортсменов более скромная задача – просто одолеть 100-метровую дистанцию без учета времени и любым стилем. С 1 сентября эти ребята 3 раза в неделю приходят на тренировки в бассейны Кузнецка. Этот год показал, что ребята у нас хорошие, тренерский коллектив работоспособный. На будущий год мы ждем тех ребят, которые умеют держаться на воде. Отделение будет работать. Отделение ждет, я считаю, неплохое будущее. Для занятий плаванием в Кузнецке имеется вся необходимая база. Работает 2 бассейна, один из которых, парус, открылся в этом году после капитального ремонта.